Город Пекин, столица Китая, очень красивый. На всех центральных улицах все чисто, ухожено, подстриженные кустики, зеленые деревья. Даже в середине октября полив растений, поэтому все цветы, кустарники, деревья еще стоят зеленые. Но китайцы есть китайцы, без приколов они не могут, поэтому один прикольный ландшафтный дизайнер вот на этой лужайке установил полив в очень интересном месте. Прямо перед электрощитами, на которых написано не трогать, не открывать, не влезать, а тем более ничего не делать, что связано с водой. И вот поливной кран просто лупит по электрощитам, обливая их водой. Железные ящики, которым закрыты трансформаторы, предназначены для того, чтобы защищать эти трансформаторы от людей и от влияния внешней среды, особенно от воды. Но если вдруг это водяная струя, которая бьет во все щели между этими дверьми, однажды достанет до электрического тока, то эта водяная струя очень легко превратится в электрическую, и на этом месте находиться будет совсем небезопасно.